хожу в обычном магазине и тут увидела вазу, которая мне что-то напоминает. А напоминает она мне, знаете, вазу, в которой у нас будут пионы из сюжета 29-30 августа. Открытый вебинар у нас будет. Смотрите, сколько разных ваз. И именно та, которая мне нужна, попалась мне на глаза. И у меня возникла идея. Пожалуй, я буду не только по фотографии показывать вам, как писать стекло, как писать пионы, но, пожалуй, что-нибудь интересное придумаю. И ваза это меня натолкнула на эту идею. В общем, у художника идеи плещут. Муза, видимо, рядышком со мной где-то ходит. Поэтому обязательно приходите на открытый онлайн-вебинар. Все, я ее забрала. На открытый онлайн-вебинар 29 и 30 августа. И будет много интересного. Оставлю пока интригу. Ну, хотя часть я уже приоткрыла, но это еще не все. Поэтому обязательно приходите, регистрируйтесь по ссылке, которую я оставлю под этим видео. Так вот в обычном магазине приходят идеи. Я так рада. В общем, будет кое-что интересное. Обязательно приходите, вы сами все увидите. Так, выключаю телефон, ставлю вазу, но я ее сейчас куплю.